Закажите любимые блюда из ресторана Prime с доставкой. Прием заказов ежедневно с 11 до 19 по телефону 59911. Меню доступно на сайте primesarov.ru. В эфире служба новостей Саров 24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Плюс 26 зараженных за сутки. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Горожан приглашают проголосовать за приоритетный объект благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Избавление от пагубной привычки. 10 июня исполняется 85 лет со дня образования сообщества анонимных алкоголиков. Далее расскажем обо всем подробно. Число зараженных коронавирусной инфекцией в мире продолжает расти. COVID-19 выявлен более чем у 7 миллионов человек в разных странах. Британские ученые сделали неутешительный прогноз по коронавирусу. По их мнению, эпидемия в стране будет продолжаться до 2021 года и переболеют около 80% населения. Тем временем специалисты Всемирной организации здравоохранения настроены более оптимистично. Они считают, что не все бессимптомные носители COVID-19 заразны. В России за минувшие сутки выявили более 8400 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране зафиксировано около 494 тысяч случаев коронавируса. Из них 6358 летальных. Выздоровели более 250 тысяч человек. Количество нижегородцев, заболевших коронавирусной инфекцией, перевалило за 13 тысяч. Таким образом, регион по-прежнему на четвертом месте в России по числу новых пациентов с COVID-19. Первая тройка также не изменилась – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Выздоровели более 6 тысяч нижегородцев. Охват тестированием населения за неделю в среднем составил 186 тестов на 100 тысяч жителей. На территории региона работают 11 лабораторий, имеющих право проводить тестирование на коронавирус, в том числе в двух лабораториях в Сарове. Всего с начала пандемии тесты сдали более 270 тысяч человек. Анализ эпидситуации показал, что в регионе растет число случаев заболевания с респираторной картиной. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что 73% заболевших нижегородцев – это люди от 18 до 65 лет. У них заболевание протекает в бессимптомной, легкой формах или со средней степенью тяжести. Среди пожилых пациентов особенно ярко отмечается тяжелое течение COVID-19. Между тем, в Свято-Успенском Дивеевском монастыре сняли карантин, а в самом райцентре нет. В Сарове вновь скачок по зараженным коронавирусом. За сутки заболели еще 26 человек. Всего с начала пандемии в нашем городе зафиксировано 227 случаев заражения. 92 человека выздоровели, 29 саровчан проходят лечение в инфекционном отделении клинической больницы номер 50. Еще четверо лечатся в клиниках Нижнего Новгорода. Под наблюдением медиков остаются 189 человек. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. При посещении общественных мест использовать средства индивидуальной защиты, перчатки и маски. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили горожан, нужно ли отменять режим самоизоляции. 62% проголосовали «за», так как его все равно никто не соблюдает. 30% считают, что еще рано снимать ограничения, так как в городе много новых случаев заражения. Равнодушными ко всему происходящему вокруг пандемии остались 8% саровчан. Саровчан приглашают проголосовать за приоритетный объект благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Оно пройдет с 23 июня по 6 июля на портале «Голос за». 1 июля намечено очное голосование на специально созданных участках. В этом году гражданам предлагается выбрать одну из трех территорий. Проект, набравший наибольшее количество голосов жителей, будет реализован в 2021 году. Программа формирования комфортной городской среды уже знакома саровчанам. За последние пару лет благодаря ей в парке имени Зернова обновили детскую площадку, реконструировали в первую очередь лыжные базы и устроили воркаут-площадку в 22-м микрорайоне. В этом году за счет средств проекта в Сарове благоустроят берег реки Сатис напротив парка. Территорию, которую облагородят в следующем году, мы будем выбирать уже этим летом. В этом году в период с 23 июня по 6 июля у нас будет проходить рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. Жителям предлагается на выбор три территории: бульвар микрорайон 15, квартал 4-6, детский парк Пососина и зона отдыха пруд Боровое. Проголосовать можно на сайте голосза.ру. Новый опрос там появится к 23 июня. Также горожане смогут сделать очный выбор на открытых для этого участках. Для того, чтобы общественная территория победила в рейтинговом голосовании, необходимо, чтобы 12% жителей, достигших 14-летнего возраста, приняли участие в этом рейтинговом голосовании. Призываем активно всех жителей нашего города принять участие в голосовании, чтобы на одну общественную территорию в нашем городе стало больше. Предварительные эскизы
дизайн проектов размещены на сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». После того, как определят территорию победителя, будут проходить общественные обсуждения, где окончательно решится вопрос с благоустройством. Финансируют проект из бюджета всех уровней. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Меньше месяца осталось у работодателей, чтобы уведомить сотрудников о необходимости выбрать формат трудовой книжки. До 30 июня они должны предложить своим сотрудникам сделать выбор в пользу электронного или бумажного варианта. Напомним, переход на электронные трудовые книжки начался с 1 января 2020 года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 июля в стране начнет действовать новый ГОСТ – технического регламента Таможенного союза. Он серьезно усложнит процедуру ввоза, а также регистрации в ГИБДД праворульных машин. Также будет полностью запрещен импорт в Россию праворульных транспортных средств, которые относятся к категориям М2 и М3. Кроме того, с 1 июля в России вводятся новые правила автотюнинга. Они распространяются не только на сложные изменения, но и на обыденные доработки. Собственникам машин, которые подвергли их тюнингу, нужно будет привести свою машину в лабораторию. В Нижегородской области стартовал онлайн-флешмоб «Флаги России». Акция направлена на формирование патриотизма и уважения к традициям российской государственности. В онлайн-флешмобе может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить на окнах или балконе своего дома российский флаг и выложить фото в соцсети с хэштегами «Мы Россия, мы вместе». Лучшие ролики попадут в региональные СМИ и будут опубликованы на ресурсах Министерства культуры Нижегородской области. Нижегородская область присоединится к инициативе «Билет в будущее», которая реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». За 2 года в проекте по ранней профессиональной ориентации приняло участие более 1 000 000 школьников. Они прошли онлайн-диагностику для выявления профессиональных предпочтений, погрузились в профессию и пообщались с лучшими представителями компетенций на уровнях различного формата, получили индивидуальные рекомендации по построению траектории обучения. Содружество людей, которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами, чтобы решить одну общую проблему. Единственное условие для членства – желание бросить пить. 10 июня 85 лет назад в мире было основано сообщество анонимных алкоголиков. Сейчас такие сообщества работают в многих странах. Есть оно и в нашем городе. Любой алкоголик, который уже довольно далеко зашел в своем пьянстве, он отрезан от этого мира, он одиночка. Хотя он может быть внешне там, общаться, то есть у него какой-то круг общения есть, но его все не устраивает. И именно поэтому мы пьем. Через месяц у Григория будет 9 лет, как он живет в трезвости. До этого пил. Из-за этого пагубного пристрастия он потерял любимую женщину, к родителям приходил только переночевать. Когда достиг дна, пришел в общество анонимных алкоголиков. У меня есть основания сказать, что мне ничего другое не помогло, потому что до прихода в анонимные алкоголики я ходил в храмы, да, пробовал, чтобы мне батюшка помог. У меня был личный свой психолог. Сообщество анонимных алкоголиков было основано 10 июня 1935 года 2 безнадежными пьяницами. Они решили оставаться трезвыми и помогать другим людям, страдающим от алкоголизма. Задача сообщества анонимных алкоголиков – учиться жить трезво. Они не оказывают медицинских услуг, не проводят сеансы психотерапии. Просто один алкоголик помогает другому проходить специальную программу. У одних на это уходит неделя, у других – год. Григорий преодолел ее за 5 месяцев. А наша программа передается только одним единственным способом. Человек, который ее уже прошел, вот, передает это другому. Такого человека мы называем спонсор, хотя это не имеет отношения к финансам. Это передача знаний и опыта. По словам Григория, многие алкоголики не приходят в сообщество, так как боятся, что все узнают об их пагубной зависимости. Но, с другой стороны, об этом знают родственники, друзья, коллеги. В сообществе они получают шанс вернуться к нормальной жизни, где нет места выпивки. То, что происходит на собраниях, не афишируется. Анонимность сохраняется на уровне прессы и средств массовой коммуникации. В сообществе работает телефон горячей линии, по которому можно получить всю интересующую информацию. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Гуманитарный склад Центра Милосердия в честь святого страстотерпца царевича Алексия начал работу пока только на выдачу одежды, обуви и продуктов питания. Посетители должны быть в масках. Допускать в зал для выбора вещей будут только в перчатках и с соблюдением социальной дистанции.
Подробности в следующем репортаже. Гуманитарный склад на Пушкина 24А начал работу по выдаче вещей и продуктов нуждающимся. Режим повышенной готовности диктует свои условия, поэтому склад будет работать с ограничениями. Прием вещей мы пока не начинаем. У нас еще из прошлого года и с зимы достаточный запас, потому что люди приносили вещи вне сезона, много было летнего, весеннего. Вот, поэтому что дать людям у нас сейчас пока есть. Тем, кто желает помочь нуждающимся, могут приносить на склад продукты длительного хранения, детские молочные смеси, коляски, кроватки для малышей и технические средства реабилитации для инвалидов. Для этого нужно заранее согласовать время визита. Посещение гуманитарного склада тоже будет проходить с соблюдением мер безопасности. Люди будут приходить к нам по обычному графику, вторник, четверг и суббота, как и раньше. Вот. Но заходить в здание будут только по одному человеку или по одной семье. Вот. И остальные люди будут ожидать своей очереди на улице в отмеченных местах. Для этого перед входом на гуманитарный склад волонтеры нарисовали круги разного диаметра на случай, если взрослые придут с детьми. Чтобы ожидание своей очереди не затянулось, ограничат время приема и выдачи необходимых вещей и продуктов. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24. День России пройдет в онлайн-формате. Департамент культуры и искусства подготовил для саровчан интересную программу. Жители города смогут посмотреть выставки и концерты воспитанников детских школ искусств, попробовать свои силы в интерактивных тестах, а также принять участие в онлайн-флешмобах. День России в Сарове обычно празднуют торжественно и масштабно. Утром митинги, велопарады, поздравления. Вечером интерактивные игры, концерты, салют. В этом году праздник обещает быть таким же веселым и интересным. Деятели культуры приготовили для саровчан большую развлекательную программу, которая пройдет в онлайн-режиме. 12 июня наши горожане смогут увидеть в сети интернет всевозможные мероприятия. Так, например, детская школа искусств номер 2 подарит нам творческие мастер-классы. Они начнутся с 12 часов на сайте детской школы искусств номер 2. Это будут творческие мастер-классы и по изобразительному искусству, по анимации, по декоративно-прикладному творчеству. В 13:00 на сайте библиотек саровчане смогут принять участие в виртуальных выставках, викторинах и игровых тестах. В 18:00 воспитанники детской музыкальной школы приглашают горожан посмотреть концерт «С чего начинается Родина». А уже в 19:00 на сайте Арт-Саров пройдет онлайн-вечер «Музыкальная ротонда». Там покажут две художественные выставки. Одна из них уже с 6 числа показывается. И это выставка работ учащихся детской школы искусств России «Прекрасная наша страна» и выставка детской художественной школы «Мой любимый город». Естественно, они посвящены и России, и нашему любимому Сарову. Поэтому мне кажется, что такие выставки всегда вызывают большой интерес. Самым активным и легким на подъем саровчанам культработники предлагают принять участие в массовой эстафете «Русские рифмы». Всем желающим предлагается прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы, записать видео и выложить его в социальную сеть с хэштегом «Русские рифмы Саров». Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров 24. Лето наступило, сезон отпусков и каникул в самом разгаре, но режим ограничений в связи с пандемией еще существует. У некоторых сорвалась поездка на море, а другие не смогли полететь за границу. Как будут отдыхать этим летом саровчане? Что планируют делать? Как проводить отпуска и школьные каникулы? Об этом в нашем следующем репортаже. Лето – прекрасная пора года, сезон отпусков. Можно отправляться на моря, в деревни и путешествовать по различным странам. Но, увы, не сегодня. Пойдемте узнаем у саровчан, какие планы у них на это лето. Максимум – это за зону. К бабушке. Все. Так что никуда. Никуда не собираюсь. Почему? Ну, коронавирус. Вот. Все. Может быть, мы поедем на море, если откроют границы. Отдыхать. Где будете отдыхать? В городе. Гулять, в компьютер играть, на речке купаться, ездить в деревню. Только в деревню. Больше ничего недоступно, к сожалению. Какие планы на лето у пенсионеров? Дача, дом? Пока дома. Ждем, когда закончится карантин, изоляция. На дачу поедете? Поедем, да. А у тебя какие планы? Читать будешь книжечки? Да. Какие? Сохранение выученных уроков. А я этим летом планирую читать, загорать и жить в свое удовольствие. Солнышко мне, пожалуйста.
на огороде. Что там интересного? А ничего. На огороде ничего интересного. У меня огород в Союзе, а там много воды. Пока еще ничего не ясно. Работаю в парке и жду, вот когда откроется парк. Вот. Угу. Работаю. То есть будете ждать, да? Да. Все-таки закончится эта вся эпидемия, скорее бы закончилась, и дети уже соскучились. Да, будем работать, если что. А поехать уж нет уж, наверное, никуда не поедем. Друзья, совсем не важно, где вы будете этим летом. Главное – провести его с пользой. Улыбайтесь чаще и радуйтесь солнцу. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Евгения Шевцова. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Вкусный, быстрый, горячий. Бизнес-ланч с доставкой из ресторана «Прайм». Прием заказов с понедельника по пятницу с 11 до 15 по телефону 5 99 11. Меню доступно на сайте primesarov.ru.